Дамы и господа, встречайте, легендарный голос ринга, член Международного зала боксерской славы. Ladies and gentlemen, please welcome the legendary voice of the ring, the member of the International Boxing Hall of Fame, from the United States of America, Mr. Michael Buffer. Господа, let's get this party started. Говорят, нет человека более одинокого, чем боксер, который выходит на ринг. Свой первый бой я провел в 13 лет. Я выиграл этот бой. Это было, конечно, неописуемое ощущение, когда ты выходишь в ринг, и это тебе поднимает руку. Это, конечно, я не знаю, с чем это можно сравнить. Публика не видит твоей боли. За кадром остаются тысячи пройденных километров. My first fight was a cage fight, and I won it in the first round in MMA. Сотни проведенных тренировок, пот и кровь, которые ты оставил на ринге. Для победы, я считаю, нужна вера, терпение и упорство. I think you make your own destiny. I think if you work hard, if you do what you need to do to get to where you want to be, then anything is possible. So I think it's definitely up to you to make sure that your destiny is where it needs to be. Самый счастливый момент в моей жизни, наверное, это рождение моих детей. At the moment, I have to say, I have three, and they're when my three children were born. So, yeah, that's definitely something for me that's very important. Руслан Чагаев – это обычный человек, который хочет стать абсолютным членом мира. Basically, a father, a very nice person, a person that works hard for his family and for his life. And a person who wants to be remembered as a good person. Бой – это микромодель жизни, где главное – это сосредоточение на моменте. Здесь и сейчас. Мгновение, как много оно значит. Отойти или ударить, пойти вперед или остаться на месте – как часто мы задаем эти вопросы себе в течение всей жизни? Как часто отвечают на них в течение боя боксеры? From my point of view, watch the fight. It's going to be an absolute banger of a fight. There's going to be big shots thrown, everything else. And I expect a knockout either way, but I expect to win. Всем людям, которые болеют за меня, переживают, большое вам спасибо. И смотрите этот бой 5 марта. Болейте. А я постараюсь вас не подвести. Сегодня Руслан Чагаев и Лукас Браун выйдут на ринг не для того, чтобы мстить или ненавидеть. Это будет благородное сражение. Достойная битва двух стратегий, двух школ, двух характеров и двух судеб. And now coming to the ring from the land down under, the undefeated challenger, Lucas Big Daddy профессиональные, интересно сделанные ролики, представившие нам сегодняшних соперников главного боя сегодняшнего шоу.
И Майкл Баффер объявляет выход в ринг Лукаса Брауна, тяжеловеса из Австралии. По кличке Большой Папа. Лукас Браун, 36 лет, гигант, 196 сантиметров, очень мощный боксер, не знающий поражений, 23 боя на профи-ринге, 23 победы, 20 из них досрочных. Цифры очень внушительные. Но надо сказать, что соперников уровня Чигаева и соперников, с какими дрался, с боксерами, с какими дрался Руслан Чигаев, Лукаса Брауна в помине не было, конечно. Сегодня он настроен очень жестко, очень решительно. Он заявлял это во всех интервью. Собственно, сегодня вот до начала этого боя все вы, уважаемые телезрители, кто смотрит нашу трансляцию, уже столько услышали про этот бой. И прогнозов, и мнений, и всего-всего, что сопутствовало этому поединку, что вы, наверное, уже не хуже нас предвкушаете и ожидаете, и предвидите, что может быть в этом бою. Итак, Лукас Браун. Южный Уэльс, Австралия, выходит в ринг. Биг Дадди. Действительно большой парень. 113,7 килограмма показал на взвешивании. Лукас Браун, 23-0, 20 нокаутов. Ну а сейчас Майкл Баффер вызовет белого Тайсона, Руслана Чагаева. Ну вот вы все слышали, друзья. Руслан Чагаев выходит защищать свой титул чемпиона мира, временного чемпиона мира, который он завоевал полтора года назад здесь же, в Грозном. В бою против Фреса Акенда, в очень тяжелом, напряженном бою, сумел тогда взять Чигаев вверх. И он владеет именно этим поясом, на который сейчас нацелился Лукас Браун. Своеобразный турнир проходит сейчас в рамках Всемирной боксерской ассоциации, потому что победитель вот этого боя встретится, если победит Руслан Чигаев, он обязан будет встретиться с Фресом Акенда. Да, собственно, и любой из этих бойцов, кто сегодня уйдет вверх с поднятой рукой, будет встречаться с Фресом Акенда, который, я говорю, не смог тогда завоевать вот полтора года назад этот на тот момент вакантный титул. Ну а с противоположной стороны своеобразной сетки, да, там идет другая борьба. Там предстоит еще матч-реванш Фьюри Кличко. Там еще есть Лукас Ортис, который тоже нацелен на самые высокие титулы. И вот как бы та тройка должна встретиться с этой победителем той тройки, с победителями этой тройки. И выявится абсолютно чемпион мира тогда по версии Всемирной боксерской ассоциации. Руслан Чигаев выходит в ринг, друзья. Руслан Чигаев на год старше своего сегодняшнего соперника, который владел титулом чемпиона мира. Мы все прекрасно помним, как он отобрал этот титул у Николая Валуева, но потом уступил, проиграв, опять-таки, в чемпионском бою Владимиру Кличко. Мы также прекрасно помним бой Руслана Чигаева с... Александром Поветкиным. Очень сильное и серьезное противостояние было, где только во второй половине боя Саше Поветкину удалось все-таки сломить соперника, который поначалу даже выигрывал, как считают многие специалисты, тот поединок. Два поражения всего у Руслана Чагаева в карьере. Вот именно эти два поражения я вам и описал. От Кличко и от Поветкина. В каком состоянии Руслан Чагаев? Все говорят, что в очень хорошем, несмотря на то, что вес у него... В общем-то, для его роста, а у него рост... Ну, сейчас гимны, простите. Oh.
And now, ladies and gentlemen, дамы и господа, please welcome the national artist of Uzbekistan, Ulduz Yosmanova, to sing the national anthem for Uzbekistan. Seri quyosh hurulkem ilge baht najot sen uzin dostlerge yoldosh mehriban mehriban yashnagay to abad ilmu fan ijod shuhratin porlasin to Итак, друзья, прозвучали гимны, причем без всяких купюр, полном варианте. Итак, слушаем снова Майкла Баффера, а я продолжу немножко про Руслана Чагаева, потому что действительно богатая, огромная биография у него и в любительском боксе, и на профессиональном ринге. Он сам из Ташкента, из Узбекистана, и выступал на чемпионатах мира, олимпиадах за именно за эту страну. И выступал очень удачно, он дважды чемпион мира в любителях. Это единственный боксер, который сумел нанести поражение самому Феликсу Савону, легендарному кубинскому боксеру первого тяжелого веса. Ну, а потом он начал профессиональную карьеру, тренируется и выступает в Германии. Не так давно стал вот членом Ахмат Боксинг Клуба. И это придало ему какой-то новый импульс, да, в его развитии. Вот на этой поздней стадии его карьеры он выиграл пояс, о котором я уже говорил, победив Окенде в 2014 году здесь. И сейчас он, в общем-то, на подъеме. И очень тщательно он провел подготовку именно к этому поединку, к защите своего пояса. Он тренировался в США, у него новые тренеры появились, кубинские специалисты. Ну, посмотрим, насколько это все сказалось. Хочется думать и верить, что он подошел на пике своих возможностей к сегодняшнему поединку. Потому что, еще раз скажу, соперник очень-очень серьезный. So for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Смотрят во многих странах, кстати, сегодняшнюю трансляцию, смотрят ее в США даже. Итак, знаменитая фраза, ария Майкла Баффера. Все. Зал наэлектризован, все ждут.
Итак, Лукас Браун представляет нам сегодняшних соперников. Ой, простите, Майкл Баффер представляет нам Лукаса Брауна. Как я уже сказал, 36 лет, 23 боя, 23 победы, 20 нокаутов. Великолепный послушный список. From Sydney, New South Wales, Australia, the mandatory challenger, ranked as the WBA number 2 heavyweight contender in the world, the undefeated Lucas против Левши Чигаева. Лукас Браун, большой папочка, Big Daddy. И бывший чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахманза прогнозирует победу Лукаса Брауна в сегодняшнем поединке. Ну а букмекеров все-таки предпочтение отдается российскому, простите, Руслану Чигаеву. Звезде бокса из Узбекистана, который нашел здесь вот грозно в свою вторую родину, можно сказать. Именно он защищает свой чемпионский пояс сегодня. Одним словом, нам сейчас предстоит посмотреть 12 раундов очень интересного, очень напряженного и очень трудного для обоих боксеров поединка, уверяю вас. Или меньше. Ну или меньше, может быть. Только что нам показали крупную супругу Руслана Чигаева, которая, конечно, будет сидеть, смотреть и страшно волноваться, а как по-другому. А тем временем пояс сейчас передали в руки супервайзера, положили его вот непосредственно рядом с нашей комментаторской позицией. И все люди, которые были в ринге, сейчас покидают его, остаются боксеры. И рефери Кристо Долу из Южной Африки. Очень известный, очень авторитетный судья. Ну что ж, Руслан Чигаев, Лукас Браун. Я думаю, у вас не составит труда отличать, понять, кто где кто. Профессионалы дерутся головами по поясу, а у Лукаса Брауна такая своеобразная майка и татуировка на теле, поэтому... Ну и прически, конечно, боксеры отличаются, я уже не говорю о габаритах. Видимо, Чигаев пытается раздергать. У Руслана, конечно, большой фундамент технический, вообще фундамент боксерский. Это никто не может отрицать. Я уже говорил о его любительской карьере, о его чемпионских боях. Здесь, у профессионалов, когда он владел полноценным чемпионом мира, конечно, все это у него, и этот огромный опыт за столько лет. Обратите внимание, Лукас Браун движется влево постоянно, то есть поскольку Руслан Чигаев левша, он заступает делает... ему за переднюю ногу и за переднюю руку. Да, это, в общем-то, главное, что учат делать в бою против левши всегда. Если ты сам правша. Да. Ну и, соответственно, атаки справа. У Брауна довольно, отмечают специалисты, довольно быстрые руки. Несмотря вот на его вес, на габариты и на тяжеловеса. Хорошая вот эта ручная скорость. Посмотрим, сможет ли он ее сегодня продемонстрировать. Даст ли ему шанс Руслан Чигаев. Но по прошлым поединкам Лукаса Брауна все-таки заметно, что эта скорость падает. Да, падает по ходу боя. По ходу дистанции боя, да. И к тому же, посмотрите, вот обратите внимание, как Браун держит руки. У него есть проблемы в защите, явно. Это вот недостаток школы определенной, конечно. Но этим еще нужно воспользоваться. Слева атакует Руслан Чигаев. Так же, как и правша, должен правой, правым прямым атаковать первым же ударом. Также и левша, соответственно, наоборот, все зеркально. По корпусу Чигаев пытается ударить. Кстати, Чигаев вот, мало использует обычно вот, в боях левши против больших, тем более соперников, ортодоксов, где главное оружие становится именно удар по сильнейшей рукой по туловищу.
Чигаев, как правило, мало пользуется этим приемом, даже вот когда он был в своих лучших боях. Посмотрим, удалось ли кубинскому наставнику перестроить его вот в этом плане. Работает с ним, напомню, Педро Диас, очень известный кубинский специалист. Прошел довольно спокойно, вы это чувствовали даже по реакции зала, не было особых вспышек, боксеры присматривались друг к другу, в таком невысоком темпе проходил поединок, но это, уверяю вас, только начало, потому что главное событие нам предстоит с вами посмотреть, и довольно скоро бой раскроется, и соперники начнут действовать более агрессивно, каждый начнет выкладывать постепенно свои козыри в этом ринге сегодня. А в зале пока что царит не восторг, а напряжение. Да, все ждут все-таки, потому что бой действительно с таким очень серьезным подтекстом, и все ждут, что же произойдет каждую следующую минуту поединка. Пока все продолжается, как и в первом раунде. Лукас Браун заходит за переднюю ногу, за правую ногу соперника, уходит от сильнейшего Чигаева. Но опять же, этим движением не нужно злоупотреблять. Если постоянно двигаться в одном и том же темпе, то можно изменить свое движение и поймать его на встречу. Поэтому все-таки нужно... И вот сейчас он это сделал очень здорово. И смотрите, мы говорили о том, что надо бить по туловищу, да? И Чигаев начинает это исполнять, друзья. Это очень здорово. Как бы попеняли ему, что он мало делал раньше в своей карьере. Но вот работа с новым тренером... И действительно хороший анализ дает результаты. Но тьфу-тьфу, как бы не сглазить, давайте смотрим дальше. Зал включился. В наш поединок начинают поддерживать Руслана Чигаева. Который потихонечку поддавливает. Сам говорит, он очень здорово, комфортно себя чувствует здесь, в Грозном, в Чеченской Республике, на этих рингах. И он очень благодарен, что вот его приняли в свои объятия здесь и дали ему вторую молодость. Неплохая атака была сейчас Чигаева. Пытается навстречу прямыми ударами остановить соперника Лукас Браун. Но мы видим, да, широко как-то держит руки, размах у него большой, соответственно, его габаритам. Этим надо пользоваться. На ближней дистанции слева коротким ударом Чигаев попадает. Вот пока не видно, в чем состоит план Брауна. И я не вижу особой опасности с его стороны. Более 20 лет в России. Более 1000 пунктов приема ставок. Мы знаем, что нужно нашим клиентам. Фонбет. Ставки на спорт с 1994 года. Немножко спокойно, но он свободен. 1, 2, 5.
Раунд номер три, друзья. Ну что ж, вот мы пытались как-то сейчас проанализировать первые две-трех минутки. Пока трудно сказать, в чем такая большая опасность, о которой столько говорили Лукаса Брауна. Нет, действительно, ваши комментаторы посмотрели его бои, пытались для себя что-то определить. Но вот сегодня в ринге, знаете, одно дело так умозрительно как бы представлять боксеров, а когда они выходят друг против друга в ринг и начинают действовать уже конкретно здесь, вот в следующую секунду, тогда все немножко становится на другие места и все по-другому видится. Так вот, повторюсь, пока еще особой опасности со стороны Брауна мы не увидели. Очень уверенно, очень так прагматично и планомерно, и педантично, я бы сказал, в какой-то степени действует Руслан Чагаев, но при этом определенную агрессию он все-таки выдает. Да, Браун при этом мало что делает и дает Чагаеву, собственно, в таком невысоком темпе боксировать и набирать потихонечку свои очки. Руслану совершенно. Вот попытка была удара снизу достать челюсть соперника у Брауна. Не получилось. Чугаев работает первым номером, постоянно идет на соперника. Сейчас справа Браун попал, но так. Таким длинным ударом. Чугаев лишь моргнул в ответ. Ну так, коснулся, так, на излете плечатка была. Но внимание, конечно, ни в коем случае концентрацию нельзя терять. Ну, Руслан, в общем-то, это никогда и не делает. Мы знаем его как очень дисциплинированного бойца. Он никогда себе не позволял таких вот вольностей. Бывало, что да, соперники побеждали, он уставал, как было с Владимиром Кличко. Слева, вот справа, здорово, еще раз слева здорово добавляет. Боковые удары. И снова атаки Чагаев. Очень убедительно это смотрелось. Еще раз скажем, у Лукаса такой оппозиции еще никогда не было. Перестрелка джебами. Чагаев упорно гнет свою линию. Вот видно, что у него очень четкий план на бой существует. И он очень педантично его исполняет. Молодец. Но каким бы ни был план Брауна, видимо, он его не выполняет. Но он не виден нам пока просто. Поэтому трудно сказать, есть ли он вообще. Нашей режиссерской бригады. Друзья, у нас четвертый раунд. Пока все идет фу-фу-фу, еще раз повторюсь, не сглазить. Очень неплохо для Руслана Чагаева. Но это только первые три раунда. Четверть поединка. А со стороны Лукаса Брауна, если рассматривать этот бой, ему все-таки нужно уже что-то показывать, поскольку... Но вот он и пытается сейчас делать в этом раунде. Все-таки он боксирует против чемпиона, и нужно выглядеть лучше чемпиона, если ты хочешь титул завоевать. Вот он сейчас пытается показать. Смотри, пошел вперед, стал работать активнее, но тут же пропускает. Улыбка появляется на лице Брауна, значит, он почувствовал этот удар Чагаева. Но
Вот так, молодец, Руслан, вот одной контратакой, одним ударом сразу остановил соперника, который как бы начинал чувствовать, да, себя в ринге. Он сбил с него это чувство и снова поставил на место. И бой поставил под свой контроль. Еще нужно отметить, в манере Руслана Чигаева он никогда не делал ставку именно на нокаут, да, хотя, казалось бы, супертяжеловес. Он делал ставку на то, чтобы разработать план на бой и четко его выполнять. А очень там умный уже, боксер. Если придет такая возможность добить своего соперника или отправить его точным ударом на настил, он этим воспользуется. Но так, чтобы именно преследовать нокаут в поединке, он этого никогда не делал. Я сейчас вспоминаю его бои, когда он шел, да, к чемпионскому бою против Валуева. Там классно прошел, как выглядит там. Убедительно. Особенно против Валуева. Ну, Валуева это уже в конце. У этого, конечно, он шпайс Руиз, да, был подвержен. По корпусу Браун попадает, но тут же... Ну, пропускает так, сам в ответ. Весьма легко Чигаев отвечает на это. Небольшое рассечение, я вижу, у Лукаса появилось. Да. На левой брови. Очень рано для такой дистанции боя. Вы знаете, сегодня мне Чигаев нравится гораздо больше, чем вот в том бою позапрошлого года, о котором я вам уже столько говорил сегодня, когда он здесь, на Ахмат-арене, в присутствии 35 тысяч зрителей, завоевал вот этот пояс, который сегодня отстаивал. Сегодня он лучше, уверяю вас. Ну, при этом еще справедливости ради скажем, что Фреса Кенда, да, он, наверное, все-таки получше, чем Лукас Браун. Он умеет больше и опытнее. И сейчас сидит и ждет победителя этого боя. Да. И, может быть, даже болеет за Чигаева, чтобы попытаться взять реванш. Хорошо в концовке действует Руслан. Молодец. Ну, на наш взгляд, так как он и хочет этого, но он внимательно прислушался к советам своих секундантов. И такое впечатление, что он еще к себе, сам к себе имеет какие-то претензии. То есть есть определенный запас, кое-что он хочет исправить в этом бою. Буквальное желание. Браун по-прежнему ищет какие-то шансы, но такие, вы знаете, вот возникнут они, да, получится, получится. Вот как сейчас. А сам он их не делает, как бы, не готовит, да, вот, не создает. Справа попадает Браун, до этого у него джеб и правый прямой прошел. Сейчас... Ну да, сейчас в ответ он бросил справа. Вот джеб еще раз проходит. Наверное, пока что самый лучший отрезок полуминутный в исполнении Лукаса Брауна. 4 точно. Включил ноги, стал много двигаться, посмотрите. Но это ему не на пользу, на самом конечно, деле. Конечно, конечно, с его-то весом, с его габаритами начинать вот такие движения в ринге, танцы, причем в первой половине боя. Не знаю, ему виднее. Хорошо, здорово! Еще раз слева добавил. Правым по туловищу и левой сильнейшей рукой в голову. И чуть-чуть. Чуть-чуть бы ниже, да? Чуть-чуть бы ниже, но ноги все-таки так... Дрогнули у Лукаса. Конечно, ну прямой удар левый был очень четкий. Вот буквально бы на 3-4 сантиметра ниже, да? Но все равно хорошо, молодец. Вот
нужны такие моменты, когда соперник чуть-чуть начинает оживать в ринге, получать какое-то для себя хотя бы моральное превосходство, тут же надо его сажать, обратно ставить на место. И как раз особенно в поединках правша-левша есть возможности для контратак, для ударов в разрез, очень опасных ударов. И тем более в чемпионских боях. Хорошо, Дима. Здорово! Вы все видите, друзья, да? Точный удар Руслана Чагаева. Самое главное, что они видны всем, и нам, и вам, и самое главное, вот тем трем джентльменам, которые сидят у ринга и считают эти удары. Вот сейчас зажал вроде бы в угол, загнал в угол Руслана Чагаева Лукас Браун, но ничего из этого извлечь не сумел. Думал, что делать дальше. А долго думать нельзя. Да. Быстро пролетают раунды, заканчивается и этот. Неплохо справа попал. Но это в плечо. Продолжается поединок за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации. Друзья, Лукас Браун, Австралия, Руслан Чагаев, Узбекистан. И? Руслан Чагаев, член клуба Ахмат Боксинг. И все пока складывается, еще раз скажу, не сглазить, очень неплохо для боксера, за которого все мы и весь зал болеем. И в перерыве мы отметили, что Лукас Браун довольно-таки тяжело дышит. Да, задышал так, что всего лишь... Шестой раунд, только к середине подходит бой. Ох, слева а хорошо попал. У него хорошо, удар слева, Чагаев. Еще раз, но справа отвечает Браун. Но мы говорили о скорости Брауна, не вижу я ее сейчас. Ну, в общем, ее и не должно уже быть. Все-таки Лукас, конечно, все то же самое показывает, что и в прошлых боях. Замедляется он. Хорошая атака от Чагаева. Правый крюк справа добавлю. Правый крюк справа. Ну, хороший Чагаев, он мне сейчас напоминает себя, знаете, вот того времени золотого, да, когда он выигрывал, когда он крушил. Молодец, ну просто супер. Все-таки немножко гордость взыграла Брауна и пытается, он идет. Но Руслан видит, Руслан это все видит. Нет, это удары не опасные. Лукасу нужно что-то поинтереснее, пожестче. Снова кровоточит левая бровь у австралийца. Хорошо. Не забывать про удары по корпусу. Не забывать. Это получалось. Сейчас они тоже необходимы. Надо вообще сбить с темпа, из дыхания соперника. В футболе говорят навал. И такая контратака, да? Очень здорово комбинациями начал контратаковать Чагаев. До этого он делал обычно это, ну, я имею в виду, в начале этого поединка одиночными ударами старался. Сейчас он подключает комбинации. Нет, молодец. Опа! Левый прямой! Нет, это был левый боковой. Ну, нет? Такой полубоковой, полупрямой. Здорово! Соперник в нокдауне. Сейчас это Чагаев. Это придаст силы Чагаеву. Цепится. И снова он в атаке.
Большой папочка в очень тяжелом положении. У большого папочки большие проблемы. Да. Кровь стала заливать глаз все больше. Еще раз слева. Опа, канаты от падения спасают Брауна. Только канаты. В углу пытается добить. В тяжелом положении Лукас Браун. Тяжело ему стоять на ногах. И устал. Но истекают секунды раунда, к сожалению. Гонг спасет его сейчас. Здорово. Победы уже, друзья, это я вас уверяю в этом. У него все стало получаться, соперник словлен, сопернику морально очень тяжело, хотя он будет пытаться сейчас. Он, человек, конечно, будет, но ни в коем случае нельзя пропускать. Смотрите, у Чигаев ни в коем случае. Канат. Один удар пропустил, а у Лукаса удар сильный. Ни в коем случае нельзя давать ему шансы, ни в коем случае. Немножко отойти, не входить в руку. Не надо это сейчас делать. Да, Руслан дает шансы своему сопернику, посмотрите. Причем совершенно неожиданно. И почувствовал Браун, что эти апперкоты проходят. Смотрите. И он почувствовал, что эти удары стали для Чигаева опасными. По корпусу. Ну, медленно он делает, надо этим пользоваться. Или взять чуть-чуть паузу, отдышаться, потому что действительно удары были очень серьезные. Да, Руслану все-таки не просто. Предыдущий раунд был очень активным для него. Темп был высоким. Видимо, самому нужна небольшая сейчас пауза. Надо убрать злость вот эту. Я понимаю, сейчас на себя злится, да? Неожиданно допустил оплошность, пропустил два сильных удара. Надо собраться. Да, все-таки... Включить голову, и все будет хорошо. Заставил Лукас Браун задуматься Руслана Чигаева. О, слева попадает Руслан. Здорово. Еще раз. Ну, открытым стал бой, да? Брауну нечего терять. Конечно. Ему уже нечего терять. Тут или все, или ничего. Он должен, хочет навязать рубку. И здесь, вот в этой воде, в мутной воде, я бы сказал, поймать свою рыбку. Молодец, Руслан. Появилась и на лбу у австралийца. Vamos,
Ну что ж, друзья, очень неоднозначный был предыдущий раунд. В начале, к нашему удивлению, да, наверное, и к своему тоже, Руслан Чагаев чуть-чуть потерял концентрацию, дал шансы сопернику, пропустил два удара, но, к счастью, во второй половине раунда сумел собраться и провести неплохие атаки. В общем-то, реваншировался. Драма в Грозном. В главном поединке сегодняшнего вечера бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA Руслан Чагаев и Лукас Браун. Восьмой раунд, господа. Когда казалось, что уже австралиец сломлен, Чагаев может его добить, вдруг поединок... Ну, сам Чагаев дал шанс в тот момент. Да? Лукас не бросается пока так вот откровенно, как в том седьмом раунде. Ну а переиграть Чагаева вот так вот на дистанции, в таком темпе, это, конечно, это утопия. Не имея любительского опыта, переиграть, да, это профессиональный бокс, но любительская основа, она, конечно же, очень серьезный футбол. Переиграть двукратного чемпиона мира среди любителей. При том, что у этого чемпиона мира профи боев значительно больше. 37 боев у Чагаева и 23 у Лукаса Брауна. И соперники, опять-таки, мы повторимся, уровень какие были, да, у Чагаева и Брауна. Ну, вот сейчас вот этот темп устраивает Руслана. Очень хорошо. Ну, на самом деле... Не надо сейчас тратить силы, надо ждать своего момента и пользоваться. Но он и Лукаса Брауна устраивает тоже такой темп. Взаимовыгодный темп. Но, конечно, при том, что арсенал у Чагаева значительно шире. Да. Понятно, на чьей стороне будет преимущество. Вот все-таки пропускает эти удары справа от Брауна. Они все-таки тяжелые. Кстати, отметим, что оба боксера в перчатках Рейс. Панчерские, да, перчатки. Серьезные перчатки, очень серьезные. Очень жесткие. Плохо. Сейчас финтами пытался достать соперника Чагаев. Были бы там канаты вблизи, Лукасу пришлось бы гораздо хуже. Переходит в наступление Браун. Но по воздуху. Машет по воздуху. Раунд довольно спокойный, но самое главное, что Браун ничего не сделает. Чагаев атакует. Может, не столь сильно уже, но довольно точно. Сейчас был слева в разрез от Чагаева и справа отвечает Лукас Браун. Хороший такой обводящий удар. Не очень часто соперники действуют джебами, но поскольку, как видите, они стоят зеркально друг напротив друга, и джебы встречаются. Вот, поэтому... Тем более, что они разнорукие боксеры, именно поэтому это и происходит. Поэтому так рекомендуют атаковать, начинать атаки с сильнейшей рукой, когда встречаются правша-левша. Неважно, с какой стороны вы находитесь. Разрез. На сегодняшнее левое Чагаева отменно поработало. Еще раз скажу, сегодня он мне нравится гораздо больше, чем в том бою с Флесом Аппер. Не будь вот той маленькой заминки, да, когда он чуть-чуть потерял концентрацию в начале раунда.
Вообще все было бы идеально. Президент Чеченской Республики, руководитель клуба «Ахмат Боксинг», он весь тоже здесь в ринге. Он переживает, уверяю вас, не меньше, чем секунданты, не меньше, чем близкие родственники боксера. Ну что ж, три раунда остается в этом напряженном поединке за звание чемпиона мира по версии WBA между обладателем этого титула Русланом Чигаевым и претендентом Лукасом Брауном из Австралии. Чигаев представляет Узбекистан, ну и боксерский клуб «Ахмат». Публика включается, поддерживает Руслана Чигаева. Но самое интересное, что я так и не понял, за счет чего Браун собирался выигрывать этот бой. Я, честно говоря, ожидал от него больше. Может быть, он считал, что Чигаев будет хуже, худшей формы. Может быть, и может быть, даже мы так где-то, да, подспудно для себя считали. Но то, что демонстрирует Руслан сегодня в ринге, это просто здорово. И то, что мы не увидели план Лукаса Брауна, это тоже заслуга Чигаева. Он его просто не дал его показать, поэтому мы его и не увидели. Для нас это осталось загадкой. Слишком много двигается Браун, слишком много энергии он тратит впустую. А эти силы ему нужны. Но этим движением он и себя обезопасивает в какой-то мере. С другой стороны, стоит ему остановиться, Руслан же достанет его. А потом сил на атаку не хватает. И получается, что вот пока ну, что вот такая, школа, да, двух концов, школа выживания. Говорил Браун, что будут за него болеть 24 миллиона австралийцев. Ну, они болеют, наверное. Кто-то даже шутил, что среди этих австралийцев будут и кенгуру. Заигрался в своей атаке Руслан Чигаев и пропустил удар справа. Тяжелый удар. Вот вам и драма в Грозном. Посмотрите, в тяжелом положении Руслан Чигаев. Браун на добивание идет. 40 секунд. Еще несколько мощных ударов. Руслан закрывается за блоком. В тяжелом положении Руслан Чигаев. Чемпион в тяжелом положении. Еле держится. Тагрисадул увешивается и останавливает поединок. Лукас Руслан Браун недоволен, но... Новый чемпион мира по версии WBA. Руслан Чигаев упускает победу. Буквально вот... Ну она была у него в руках. Практически вот в руках. Чуть-чуть осторожности. Один пропущенный удар, да. Ребята, как банально это не звучит, когда мы об этом говорим постоянно. Что когда остается шанс на один удар, ты еще не проиграл, да? И в супертяжелом весе это особенно. Особенно в супертяжелом весе. И каждый удар может решить исход поединка. Ну, нечто, конечно... Да, огромное разочарование сейчас в зале. И у вас, друзья, которые смотрят. Люди, весь зал на ногах. Весь зал на ногах. Никто не сидит. Все просто ошарашены. Руслан предъявляет претензии к Кристодолу. Но посмотри, даже сейчас, когда он беседует, он не твердо стоит на ногах. Нет, конечно, рефери был прав. Посмотрите, как тяжело падает Руслан. Очень тяжелый нокдаун. И много ударов он пропустил. Вот, посмотрите, он пропускает эти удары. Даже через перчатки они очень жестокие. Здесь
ну, рефери в таких случаях обязан вмешиваться. Когда боксер пропускает такое количество ударов и не отвечает, установка для рефери вмешиваться и останавливать поединок. Здоровье дороже, конечно. Здесь также Руслан сам, как боксер, должен понимать вот эти ситуации. А поскольку он в таком тяжелом положении находился, он уже не мог отвечать на удары. Но вот такое решение было принято. Вот он, чемпионский пояс, который лежал буквально рядом с нами. Да, ничего ведь не предполагал этого, да? Еще раз скажу, всегда говорят, что есть шанс у боксера на один удар, но казалось, Руслан полностью контролирует бой. Вот буквально на долю секунды потеря концентрации и все, друзья. Да, неосторожно это пошел вперед. Это супер тяжелый вес. Пропустил удар, который не видел. Удар, который ты не видишь, и повергает тебя. Да, он сам. Тогда он был очень тяжелый. Настолько тяжелый, что даже Браун при всем ограниченном арсенале смог без особых проблем пойти на добивание. И очень там, просто это делал. Но там это уже было элементарно. Да, вот так вот. Главное событие вечера и удар у него сильный. Апсет, такой громкий апсет. Да, апсет еще, я бы сказал. Явным фаворитом. Явным фаворитом был Руслан Чигаев. Да, он не только был фаворитом, он вел это. Он выигрывал, кроме одного, все раунды. И такая концовка. Да, причем, ну, у меня была возможность узнать судейский счет. Руслан выигрывал настолько уверенно, что ему действительно оставалось только лишь достоять до конца. Еще раз смотрим повтор. Вот он. Открылся, да, опустил левую руку. И короткий, четкий удар. Он его не видел, он сам был перед этим в атаке. Ну что ж, а пояс чемпиона у Лукаса на Брауна, друзья. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Большой вечер профессионального бокса, который был очень здорово, на высоком уровне организован здесь, в столице Чеченской Республики, в Грозном. Для вас работала дружная команда телеканала Матч ТВ, в студии Мария Орзу, Михаил Решетов, редактор Сергей Белокуров и Андрей Симонов, режиссер Денис Шуленин, ваши комментаторы Григорий Стангрид, Борис Крепко. Смотрите бокс, держите удар, все будет замечательно. До свидания, друзья.